Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и сегодня мы такой, можно так сказать, анбоксинг сделаем такой камеры под названием PowerShot SX150 из Canon. В принципе, камера такая староватенькая, и я бы не сказал, что какая-то необычная и тому подобное, вы можете вот на нее посмотреть. Опять же, для чего я ее купил? Только для влогов, можно так сказать, и для некоторых путешествий, если они будут. Ну, в принципе, одно из них уже, возможно, в скором времени случится. В принципе, вот такая вот камера, как вы видите. Я покажу ее тест, покажу фотографии с нее и тому подобное. В принципе, что я хочу сказать. Камера, почему бралась, да, для влогов и тому подобное. Потому что, ну, как вы видите, телефон, он вечно такой, не очень, в принципе, не очень хорошо снимает и дергается, стабилизации нету. Вот даже я сейчас руку держу, видите, как бы он поддергивается. Тут же фотоаппарат, ну, в принципе, камера довольно неплохо снимает. Даже ночью сегодня тестировали, пробовали, ходили с Максимом, делали. Такой вот объектив интересный можно включить. Он такой, хоба, привет, ты кто? О, Bloodlinus, можно я сфотографирую? Такой, чик, опа, сфотографировал. Не знаю, может быть, поставлю потом эту фотографию. Короче, что в нем классного, чем он хороший и сколько он стоит? В принципе, на рынке он стоит 100 баксов где-то. Ну, фу-фу, на каком рынке? На любом магазине или тому подобное. Вот, можете прочитать, что это такое написано, я не вижу. Короче, я его взял за 50 баксов. В принципе, за 50 баксов сейчас, я не знаю, посрать не сходишь. А тут камера, в принципе, неплохая. Я включу потом влог, ну, то есть не влог, а этот, как он называется. Ну, что типа, запишу как бы тесты, можно так сказать. Это можно даже сказать подкаст будет небольшой. И что прикольно, тут есть еще такая вспышечка. Ха, привет, я тебя сфоткаю. Ну, блин, конечно, он смотрится старо. Я бы не сказал, что он какой-то необычный. Такая, опа, заехала. Что в нем не очень хорошего, так это, вот видите, вот тут вот такая штучка есть. Сейчас я вам покажу, что в нем не очень хорошего есть. Тут нету аккумуляторов более-менее нормальных. Ой, я не вижу, подождите сейчас. На, зараза. Во, вот такая вот хрень. Видите? Батарейки! Какого хера, блять, батарейки? Ну, потому что старая модель, друзья. Старая... Ух ты, ёб твою мать, не улетайте, батарейки. Вы что, сумасшедшие, что ли? Я же вас только вчера кормил. Кормил я их, знаете чем? Вот такой вот, вот таким вот говном придется вот этим вот заряжать их. Опять же, я рассказываю, почему это все. Потому что, может, кто-то захочет себе камеру купить. Видите, Made in China. China, блять, это говно, вот не знаю, может быть, надо было другое покупать, варту надо было покупать, но это говнище вот тут вот греется до такой степени, что можно костры разжигать и вообще не знаю, когда холодно, под задницу, под совушь вот так вот, в задницу, как бы, и все классно греет. Опять же, аккумулятор, как видите, потому что батарейки сжирает моментально. Батарейки у меня были, я купил, короче, батарейки, что я хочу сказать. Я сунул батарейки новые, сразу сунул, в очко прям сюда засунул. Они, эти батарейки у меня ушли буквально за 2 минуты, я просто в шоке был, я не знаю, как это могло произойти. Ладно, в чем смысл? Батарейки надо брать вот такие вот, 2300, 2, ну 2300 это мало, 2 вот тут тоже мало. Ну, в принципе, более-менее держит пока что, я не знаю, пока тестировал, ходил, снимал и всякое такое, ну, вроде хватает пока что. Говорят, надо брать варту. Варта, говорят, самая хорошая, но варта стоит 150 гривен одна батарейка, это 300 гривен одна батарейка. То есть 1000 рублей на ваши, если перевести, да? Ну, в принципе, у вас, наверное, еще дороже, да? Ну, то есть у вас, у кого у вас, кто уже живет в России. В Украине, в принципе, намного все дешевле стоит, но, как вы знаете, бакс поднялся и тому подобное. Ладно, дело в чем? В чем еще фотоаппарат классный? Фотоаппарат вообще бомбовский, но что самое интересное... Снимает он лучше, чем мать его GoPro, то, которое я покупал 5400, если я не ошибаюсь. И я очень удивлен в этом. И стабилизация тут тоже в миллион раз лучше. Давайте засунем эти батарейки обратно ему в ванус, просто в задний проход. Так, вот так и вот так. В принципе, вот такая вот защелочка закрывается. Ой-ой-ой, сейчас я закрою, блядь, сейчас сломаю, подождите секунду. Что еще могу рассказать про фотоаппарат? В принципе, снимки неплохие, тут очень много функций, вот, особенно вот эта штучка регулирует их, фу, реагирует. Очень много всяких приколов. Я хочу сказать, что для начинающих людей, кто только начинает, в принципе, снимать, этот фотоаппарат может подойти. Но есть, наверное, уже, конечно, и лучшие модели, и я думаю, что да, должны быть уже лучшие модели, потому что
в принципе, я не знаю, даже старенькая просто модель. Она 2012-2013 года была бы классной. Сейчас же в 2000... каком сейчас уже код, я уже запутался. 2016 вроде. Короче, ладно, дело в чем. Я его взял только из-за того, чтобы можно было снимать влоги и поездки. Давайте протестируем хотя бы, посмотрим, что там и как вообще в нем. Так, ну что, друзья, в принципе, проверяем тест, проверяем камеру, что тут да как, по движениям, сейчас посмотрим, как она реагирует и тому подобное. Что я хочу сказать, снимали мы 2 видео, 3 видео, 10 видео, постоянно выходили ночью, мы не могли это нормально снять, так что сейчас, может быть, где-то тут вы увидите на экране видео, которое мы снимали, в принципе, увидите качество и тому подобное. Опять же, у меня батареек, то есть аккумуляторов сейчас не хватает, так что я сейчас быстренько записываю, может быть, что сейчас не успею записать и сказать. Быстренько все рассказываю. Что я хочу сказать? Хочу сказать то, что у нас на канале будет продолжаться сейчас Хэтаони, мы прошли Ричарда и Алису, будем продолжать дальше свадьбу. В принципе, возможно, в скором времени будут интересные ролики, кое-какие, я не буду пока рассказывать какие, но в принципе так. Что главного в камере? Опять же хочу сказать, хороший зум, в принципе, ночью снимает вроде более-менее нормально. Фоточки, конечно, очень тут много этих настроек. Поэтому фотки, конечно же, как бы вам сказать, надо учиться еще делать. Я думал, камеру купил, все, хопа, сразу все умеешь. Ни хрена подобного, друзья. И видео, опять же, сейчас видео записываю, не знаю, оно вообще нормально будет, качество или нет. Посмотрим. И что еще самое главное, хочу сказать, надо разбираться в настройках. И если у вас даже будет хорошая камера, то даже с хорошей камерой вы не будете профессиональные снимки делать, и хорошие вообще. Самое главное, еще что, я взял эту камеру, в принципе, пока что, если что, пишите в комментариях, может, какая-то модель есть лучше, или тому подобное, может быть, за чуть-чуть добавить денег и купить лучше, может, продать эту, может, это говно, пишите, в принципе, ваши комментарии всегда учитываются, ваше мнение и тому подобное, как бы, короче, если вы знаете лучший вариант, напишите, но мне просто для влога, в принципе, думаю, этой может хватить. Так, чисто на улице прошелся, там поговорил, может, какую-то тему обсудил туда-сюда. Дома освещение у меня, конечно, херовое, поэтому не знаю, как тут вообще будет, нормально или нет. Лампочка такая дерьмовая, я не знаю, какую-то лампу поставить, что ли, чтобы... Я не знаю, тут даже с вебки снимаю, в принципе, как вы знаете, Logitech 720 качество. Качество, кстати, как в этой камере, но, видите, там матрицы всякие там влияют тоже, чтобы качество было нормально. Короче, не знаю, друзья, вот такая вот камера, в принципе, я вот вам рассказал, ждите, в принципе, видосики еще будут классные, все будет четко, влоги, может быть, камеру я оставлю, в принципе, 50 баксов, это же вообще копейки, думаю, для камеры, для техники. Я смотрел, почему вы спросите, почему ты купил фотокамеру, а не видео? Потому что видеокамеры стоят по 3000, самые дешевые, там качество я посмотрел, божество, даже хуже, чем на этой камере, я даже удивляюсь, как так создают, не знаю. Ну, в принципе, более-менее нормально. Так что, будем создавать видосики более... Надо лучше просто качество делать. Мне просто не нравится, очень не нравится качество моего видео. Ни в вебке мне не нравится, ни на телефоне, нигде мне не нравится. Мне хочется лучше сделать, чтобы контент был для вас более красивее, да, четче, ярче. Не знаю, может, сейчас это опять говёно запишется и будет фигня какая-то. Ну, посмотрим. Короче, с вами был Bloodlinus. Фоточки, видео там... Посмотрим, будут тут показываться, может, не будут, и все такое. Я не знаю, что еще сказать, в принципе, вам. Пишите свои вопросы, пишите под этим видео, я что-то расскажу, что-то нет. Хэтаони, не переживайте, все будет в порядке. И в феврале, друзья, выйдет очень много новых игрушек, которые мы будем брать. В принципе, я попытаюсь в этом где-то, может, летом или когда купить видюху нормальную и делать нормальные уже игры. То есть новые, которые выходят там, я не знаю, там очень много выйдет, которые вот реально у меня будут зависать, но видюху куплю, будет все круто, контент будет намного лучше, будет почетче. Будем, конечно же, новых людей звать на канал. Я смотрю, подписчики то растут, то не растут, то смотрят видео, то не смотрят. По-разному как бы. Вот, например, девичник посмотрели офигенно. Ой, очень много комментариев, я просто в шоке был. Я не знаю, какую-то фигню, почему-то смотрите. Снимаешь ли вы что-то серьезное, интересное, не смотрите, как-то странно, но контент будем искать. На канале нет определенного контента, сначала пиксели, потом, вот я сейчас заметил, год тот, новеллы были одни, в этом году может еще что-то будет. Я пытаюсь совместить все подряд, чтобы инди-хорроры были, чтобы и новеллы были,
и чтобы новые игры были, и может и какие-то боевики там, которые, ну тоже так, редко смотрят, тоже Fallout тот же. Вроде бы игра такая зависала там в жопу, в говно, а смотрели. Но она мне вообще не понравилась концовкой. Не знаю, я все удалил, потому что ну, не хочу говно на канале оставлять. Как-то вот странно. На канале одно смотрит, другое, третье, пятое. Не знаю, будем, конечно, экспериментировать, будем разные игры делать. Вот такие дела. Но мне нравится одно, то, что вы, друзья, не так, как на других каналах, допустим, записал какую-нибудь там новеллку или еще что-то, и там все пишут, ой, новеллы там, что это за говно, что это, читаешь и все просто, что ты. Но, в принципе, я пытаюсь для вас сделать, чтобы было интересно, чтобы было смешно и, как бы, ну, классно, чтобы было вам, чтобы интересно было смотреть. И, в принципе, лайки оправдывают, да, и всякое такое. Короче, друзья, много не буду рассказывать. Будут видосы с камеры, может быть, какие-то скетчи. Я думаю, на камеру будет прикольно снимать скетчи, а то с телефона не поставить никуда, ничего не сделать. Так что с вами был Blood Linus. Будем что-то новенькое делать. В этом году, я думаю, будет очень много интересного. Январь сейчас скоро заканчивается, уже февраль, и поедет. Стримы тоже будут, не переживайте, все будет круто. Пишите, как камера, как звук вообще, нормально, нет? Как бы участвуйте в развитии канала тоже, пишите комментарии. Мне интересно узнать, что вы думаете. И даже если вы там какой-то говенный коммент напишите, там, типа там говно камера или еще что-то, напишите, почему говно, почему там, как, что можно было бы лучше купить, и где можно смонтировать, какое качество снимать. Допустим, если вы знаете лайфхаки, не лайфхаки, а вот эти... Уроки, например, как разобраться в той или иной функции, потому что я искал, я не знаю, там куча всего, но сегодня поискал, порылся и фотки вроде бы более-менее нормальные начал делать. Ну, опять же, камера, так, для начинающего человека, который вообще в камере не разбирается, ни в каких камерах не разбирается. Короче, вот, все, в принципе, я все сказал, я еще не знаю, что больше добавить, ждите новые видосы, все будет круто, всем пока и удачи!